Всем привет! Недавно в моем плейграунде, точнее, появилась новая карта Space, точнее, Космос. И я подумал, почему бы не сделать персонажа, который там мог гулять, а точнее, космонавта. В данном видео я вам покажу, как это сделать, и буду затягивать, давайте посмотрим. Для начала мы берем самого персонажа и заходим во вкладку «Дети доски», почему такая иконка, я не знаю, и берем вот этот холодильник для арбузов. И повторяем действия, которые я сейчас буду делать, потому что озвучить не хлеб. Так, а теперь вы должны как я тут показываю, прощупать вот эту маленькую там зацепочку в этой маленькой стеклянной штуке, вот как я делаю, зацеплять и вот так вот цепляйте к телу. И, в принципе, все готово. Остается только убрать видимость этих штучек, в этой штучке, наверное, в видюшке, вы знаете, наверное. И все, в принципе, космонавт готов, остальную одежду можете надевать любой. В принципе, типа баллоны для воздуха готовы, и сам шлем готов. Все. Ну, все, видео закончено. Можешь посмотреть вот эти видео. Не подписывайся и не ставь лайк. Всем бай. Кринге!